Всем привет, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Да, я отдохнул, так, типа, на самом деле, только хуже стало, в плане теперь никуда не хочется ничего делать вообще. Ну, попробуем разогреться потихоньку, возможно, будет не сразу все серии идти типа, подряд, возможно, будут перерывчики какие-то. Вот, да, такие дела. Так что будем постепенно наращивать, опять на каждый день выходить, скорее всего. Вот сегодня мы возвращаемся. Блин, ты что так из-за угла выходишь? Блин, там на улице так хорошо, хочется с кем-нибудь гулять, ходить, веселиться. Что я должен делать? Я забыл уже вообще. Я все забыл. Ну что, да не плюйся. Ты что, дождь тут устраиваешь, кондиционер? У, а что с небом? А что он такой классный? У меня уже есть кадр тогда красивый. Так, F4, по-моему. Да. Отлично. Фига себе. Как резко. Аристократ. Ты мне не нужен. Так, куда мне надо? Задание. Ох, это мышка. Мышка, конечно, вообще беда. Я должен вытащить Зигфрида из банка. В смысле? Спустить. Поставки сырья совершаются через канализацию. Передача происходит у большой решетки. И во сколько? Я понял, где это находится, но это во сколько? Туда еще хрен подпадешь так. А, мне удалось обнаружить и уничтожить лагерь. Так. А, ну можно, кстати, или нет. Положение обязывает. Да, вообще плевать на тебя. Так, пошли, что ли, к этому сходим. К полнотому чувачку. Левуарду, или как там его. Так. Мне удалось обнаружить и уничтожить лагерь. Так. Зигфрида. Чё-то вообще ничего не помню, если честно. Я должен до конца расследования в храмовом квартале на болотах. Я должен поговорить с Трис. Так ее нету. Контракт на Кикимор. У меня их нету. Достать писца 5. Перьев Кокатрикс тоже нет. Я выиграл у Иерофанта. А, ну да. Талер заставил меня понять, что моими поступками движут личные мотивы. А, ну спасибо. Я помог Луэраду и потребовать... Во, вот это. Спасибо. Чё так хреново-то? Может, где-то здесь. Старая кузница. Ладно, пошли в банк. Где банк? Все, нафиг. Единственное, что я знаю, какой тип. Чё такой медленный? У меня переполнено все. Все, окей, нормально, беги. Ведьмак, ты сильный, верь в себя. Блин, там так травка цветет. Мы годим по улицам. Как, что это такое вообще за город? Визимы. Что за тупик? Зачем такие... А вот, не тупик тут, ладно. Милздарь, не желаешь ли послушать прекрасную балладу в исполнении виртуозного игрока на лю? Не-не-не, у меня один такой уже есть. Хрен заткнешь. О! А, это не ты, что ли? Что такое? Что происходит? Пацаны, я внутрь. Мне в банк надо. Там мой друг. Осторожно. Ты что, пьяный? Ликвидировать лучников. Ведьмак, ты зачем здесь? Я пришел вытащить вас отсюда. По какому праву? Нет времени объяснять. Меня прислал Велерат. Значит, мы теперь в одной лодке. У тебя есть план? Попробуем другой вход. Отступаем! За дело. Сколько у меня звук? Всем назад! А я думаю, что так тихо. Еще чуть. О, идеально. О, трупик. Есть деньги? Что такое? Тихо.
А вы кто? Вы кто? А, ну ладно. Я лучников не убью отсюда. Хотя, если огнем их пылать. Мы войдем через черный вход ратуши. Готов. Давай, черный вход, хорошо. Идем. Идем. Сейчас будем драться. Веди меня, веди. Зигфрид, давай иди. Какая-нибудь интересная походка бега. Как они нежно открывают двери. Сразу видно, как будто сами делали. Мы вошли, вперед! Хочешь вести переговоры, Тхойне? За пылающую розу! Я думал, мы будем вести переговоры. Переговоры? Да, я тоже. С террористами? Ни за что. Блойда, Тхойне! Ну... Ты что, отвернулся-то? Блин, я хочу переговоры, но мне не нравится то, что если я нажму вот это, он может на меня накинуться. Мы здесь давайте. Не для того, чтобы сражаться, Зигфрид. А зачем тогда? Чтобы вести переговоры, и чтобы никто не пострадал. Хочешь говорить с террористами? Делай это сам. Ладно, ты прав. Ладно-то. В атаку! За пылающую розу! Мне это не нравится. Это... В принципе, что не напали? Это херня какая-то. Ой-ой-ой! Какая эти волосатая обезьяна? Ты что, офигел тут? Кто так разговаривает со мной? Все? А было-то несложно, только побежал-то. Ты куда? Зигфрид. Ну, захватывать типа здание неправильно. Ты что здесь делаешь? Успокойся, Гровер. Я здесь, чтобы поговорить. А это кто? Рыцарь? Сам Зигфрид? Да. К оружию? Но... Блэдэ Дойне! Грязный ведьмак завел нас в ловушку. Убить проклятого мутанта. Что? Бля. Что? Что не бьет? О, погнал. Блин, как он больно бьет-то. Что за херня? Ой, а лучники-то меня бьют за что? Тихо! Бей его! Да бей! Ты, блин, еще дольше можешь стоять? Добиваю. Быстрее, пока лежит. Ну ты что стоишь-то? Нет! Меня убью сейчас. А, нет, нормально все. Да отстань! Что так, что у меня не двигается-то? Что с ним не так? Что-то не так делают, да? Ну, видимо, да. Ну, блин, это в натуре. Захватили банк, людей поубивали. Так нельзя делать. Ладно, я все правильно сделал. Какого главаря? У меня здоровья нету. Ладно, сейчас деньги полутаю. 44 монеты. Охренеть. Кура белая. Может, мне деньги дадут за это? Ну, типа, нельзя так делать. Ну, люди страдают, деньги у них забирают. Короче... Когда его рядом нет, когда он действительно нужен. Подъем. Банкир, ты живой? Да я тебя спасаю вообще-то. Не, ну если так хочется, то лежи. Это, в смысле, это мне вниз надо идти? Ты почти сдох, чувак.
Чувак, ты почти сдох. А нам надо каким-то здоровьем подкрепить, кстати. Между прочим. Потому что сейчас сдохну. Интересно, как? А восстанавливать здоровье, давай это сожрем. Что это, яйцо какое-то? Давай еще съедим же яйцо. Яйцо мне надо. Вот это. Оно нифига не восстанавливает. Главарь это силач, силач его и хрен убьешь. Давай сюда сходим, там еще деньги должны быть. Здесь тоже мы уж поубивали народу кучу. А так нечестно. В смысле, тут куча людей было. И наверх? Пошли посмотрим. Трудные сейчас времена. Да-да-да, тут террористы ходят. Они бросили нас. Какая боль. Надо что-то делать. Тихо-тихо. Спокойно. Ваш сундук? Чего не открывается? Заперт. Ладно, давайте, стойте здесь, служанки всякие. Пойду искать, кого еще поубивать. Сюда мне. Ладно, вроде здоровья нормально. Должно хватить. Дай-ка я F5 нажму. Все, отлично. Пошли вниз. Сейчас попробуем убить. Ты убивал эльфов. Ты убивал наш народ. Зачем? Чувак. Ивин, успокойся. Есть выбор. Ты банк захватил. Нет, Тойна. Ты сделал свой выбор, когда поднял на нас оружие. Схватить его! Блин, дебил. Геральт, ты принял правильное решение. Орден Пылающей Розы... Ну я согласен. Тебя. Зигфрид, ты что здесь делаешь? Тебе не стоило. Кое-что изменилось. Нет времени объяснять. Еевин. Еевин сбежал в канализацию. Кто это? Ой, у меня конец. Их очень много здесь. Я же говорю, мне конец. Как я вовремя сохранился? Давайте подождем, что ли, да, пока у меня здоровье становится. Алло, загрузись. Ну, блин, это не дело. Что-то у меня прям вообще конкретно тут накрывает здоровье. Я не знаю, сколько мне здоровья нужно, чтобы там их победить. Огнем пылать. Я всегда банкир. За равные права. Ну да, я тоже, но видишь, что-нибудь делаю. Найдите их главаря. 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 Яйца нет уже, да, я съел его. Давай еще чуть-чуть сожрем. Белый мед, нейтрализует токсичность. Ага. Ну можно еще вот эту хероту сделать. Каким я мечом дерусь-то? Ну буду повреждение минус 10. Да вот это. Угу. Отлично. Что там еще у меня есть? Белое вино, нет, белый мед, филин, слезы жен. Позволяет обнаружить невидимку, но это ерунда. Видеть в темноте у меня, кстати, есть. Бутылка с водой, энергию восстанавливает. Нет, тоже не пойдет. Ладно, стой, чувак, стой. Ну, типа, другого варианта не вижу, у меня нету ласточек, я не умею их делать. Меня никто не обучил, я искал в гугле даже. Нету такого там. Там пишется, типа, как в третьем Ведьмаке это делать. А в третьем я и сам знаю. Я в него играл. Там есть такие эликсиры. Там можно как просто взять поспать, и тебе здоровье восстанавливается. Но здесь просто так не ляжешь. Здесь костер есть, но вроде бы в него нельзя лечь спать. Вроде нельзя. Ну да. Раненый Зигфрид. А, ты раненый? Серьезно? Ты раненый? А по тебе не скажешь. Здоровье-то полное. Слышь, там это позови Трис, пускай меня вылечит. Долго больно.
Так, что бы еще придумать-то? Что у меня есть? Вот янтарь сожри, может быть, нет? Не пойдет, да? И что бы еще тут захерачить-то? Блин, мне надо меч сделать, он слишком слабенький. Я не знаю, может попробовать огнем пыхнуть. Давайте попробуем, типа, сохраню сейчас еще раз. И попробуем огнем пыхнуть. Эй, какая пауза. На пробел наш босс. Пауза есть, прикинь. Вторая. Другая пауза. Ты тихо, тихо. Убивал... Не бубни. Да не бубни, блин, говорю. Кое-что из... Что за говно происходит? А-а-а, бежим. Гномы. Гномы меня прессуют. Да блин, их невозможно так побить. О-о-о. Тихо. Он еще и сильный, капец. Обалдеть. Уйди. Блин, а пыхтит хорошо. Они это... Нет! Живой. Зигфриду конец, походу. Я не могу драться так. Зигфрид сдох. Значит, и Геральт сейчас сдохнет. Не, ну огонь вроде неплохо-то действует, но они какие-то больно сложные, сильные. Я хз. Тут еще главное нет тут никакой тактики. Я не понимаю, как с ними драться вообще. Ладно, у меня ласточка была бы, я попытался бы, а так... Давайте еще раз попробуем, может. Хорошо, надо постоять просто и здоровье полностью восполнить. А то, мне кажется, мне может не ты... получиться. Закрой пасть! Зигфрид, не лезь, пожалуйста, отстань. Всех кое-что. Блин, чего у меня так сильно пыхтит-то? Зигфрид, держись. Оу, а что так... Отлично, минус один. Уйди нахрен. Блин, они его сейчас отхерачат просто. Какие-то гномы меня прессуют. Зигфриду конец, походу. Ну его тут не спасти вообще с таким здоровьем. Меня гномы бьют сильно больно. Быстрей! Херач по кругу! Тут не получается так делать. Они уворачиваются. Блин! Давайте постоим, ладно, полное здоровье. И против гномов вообще, походу, нельзя, получается, драться слабыми ударами, только сильными. Печально, вообще очень печально. Чем такая сложная? Ну чё он так сложно? Мне было легче играть даже Horizon, например, на хардкоре. Как бы сделать побыстрее, чтобы это все прошло-то? Надо было по-мирному решить вопрос, и все было бы хорошо. Стоим, чем поговорить можно-то? Видали, погода какая хорошая на улице? Надо гулять, ходить. Мы сидим, Ведьмака играем, а вы вообще смотрите. Зачем? Зачем смотреть-то? Надо идти гулять. Там на улице хорошо. Берешь водичку, идешь такой по улице, топ-топ-топ. Потом прыг в воду. Замерз. Потому что купаться тупо. Вода ледяная. А я купался уже. Было холодно. Правда, не в реке. В бассейн залез. Но бассейн на улице. Там холодно было.
Всякие еще эти вот, знаете, такие вот от деревьев, такие кругляшочки посередине, такие вот, не знаю, вот, а там они повсюду плавали, только вылез в них, весь в них. Пришлось обратно залезть. Там опять было холодно. А на улице было тепло. Да. Потом я ходил, сохнул. Так долго сохнул, ужас. Потому что полотенце лежало далеко, метров 20. Поэтому я ходил вот в 10 туда, 10 обратно, а до 20 не мог дойти. Ой, это было ужасно. Там ветер дул, ему отдувало. Нет, я не потому что болел, кстати. Меня не было. Просто немного устал. Монотонности, я вообще ничего не делал. Вот. Ага. Теперь я пить хочу. Потому что, типа, стоишь, разговариваешь. Почему-то у меня энергия прям испаряется моментально, когда я огнем пыхчу на них. А почему? Да фиг его знает. Возможно, у меня огонь слишком сильный стал. Я думаю, это влияет очень сильно. А еще эти гномы просто невероятно сильные какие-то. Я их бью-бью, а они им пофиг. Хрен его знает, почему они такие. Че ты уставился на меня? Давайте сохранить, попробую еще раз. Может, хватит здоровья мне. Ой. У меня еще есть идея еще рассказать, но тут такой... Закрой пасть, пожалуйста, заколебал. Ты вообще враг народа. Хуяк! Хорошо горят. Гномы хорошо горят. Уйдите по... Ай-яй, выпустите меня. Хорошо. Хорошо. Тихо. Блять, ебись. Он больно бьет. Тихо, блядь. Да бей! О, хорошо, как все загорелись просто моментально. Да уйди, гном ты хрена, чё ты ко мне пристал? Перепрыгни, перепрыгни. Ну и да не кони. Иди сюда, гном херов. Ну это нечестно, они меня просто толпой херачат. Ну, кстати, убить-то можно. Видишь, я убил одного. А Зигфрид еще одного убил, кстати. Можно попробовать еще раз. Огнем, главное, толпу поджечь и попробовать кого-нибудь там еще отхерачить в этот момент. Давай попробуем. Ждать эту фиготу вообще просто ужасно. Ужасно, долго, неинтересно, скучно. У меня Зигфрид там что-то прессует, стоит на меня, но смотрит, как будто что никакой... Вот-вот, да-да, вот так вот именно. Сейчас Петя болтать будет. Ты... Да блин, Зигфрид! Толпу гномов поджигаем. Кто горит? Ага, вот это давай убьем его. Да убей ты его. Блин, мне толпа хренач. Толпа гномов бьет. Ну блин. Отстаньте, пожалуйста. О, хорошо. Кто-нибудь сгорит, может быть? Как быстро Зигфрида завалили. Ну все, Зигфриду конец. Ну что я тебе сделаю? Что я сейчас сделаю? Зигфрид что-то быстро сдулся в этот раз. Тихо, блин. Можно отсюда выйти, пожалуйста? Мне пизда. Мне пиздец. А, у меня здоровье, кстати, неплохо. Зигфрид... А, он живой, что ли? Он что-то двигался только что. Отстаньте, пацаны. Пацаны, давайте решим вопрос по-другому как-нибудь. Давайте я вас потихонечку поубиваю всех просто вот так. Опа! Ага. Она. Блин, как здоровье херачит быстро. Просто моментально меня убивают. Что за дело? Пошли нафиг. Их меньше стало. Да пройди, шульты. Все хорошо. Держимся. Держимся, бегаем, бегаем, бегаем. Это они по мне так похерачили? Обалдеть. Отлично. Беги.
Блин, как их много-то еще, а? Ну все, ты меня вывел из себя. Давай. Я стар... Что такое? Что такое? Почему ты умираешь? Нет! Не убивай меня, пожалуйста. Ну, было близко. Было близко. Зигфрид слишком быстро сдох. Если бы он дольше продержался, может быть, получилось бы. В принципе, есть шансы. Это бесит все равно. Это очень тяжело как-то. А вот на С они не дерутся, он их не бьет даже. Верхних он бил, и этих вообще гномов не херачит. Он вообще их не касается даже. Зигфрид, что за говно? Ты что так быстро сдох в этот раз? Пошли. Сейчас пить был, там нет. Да-да-да, я на тебя руку поднял, там все дела. Сам виноват. Блин, толпой бегают за мной. Так, Зигфриду надо помочь. Убей их! Да, херач огнем! Отлично, блин! Отлично. Сдохни! Отлично. Блин, а что он целый-то? Зигфрида убили. Все. Он что-то быстро это ведь отвалился. Моментально просто. Блин, ведь карлики повсюду. Повсюду карлики. Ай, как больно. Че так больно-то? Пошли нафиг. Обалдеть, минус 27. Что это за урон такой? Сюда. Не, это вообще без вариантов. Что-то. Карлики мстят прям конкретно. Ну, к Зигфриду конец. Ему ГГ. Я пытаюсь. Нет! Все нормально, огонь есть. Быстро подошли, в толпу. Еще сдох кто-то. Блин, хорошо попал кто-то по мне. Блин, они живые еще. Они живые. О, оббежал, хорошо. Обманул. Просто на... обманул. Опа. Хоп. Отлично. Пиратская тактика. Отлично. Стол. Мне не нравится это место. Так свалил отсюда. Не нравится ему отсюда место. Меня бьет, бегает тут в этом месте. Ладно, давайте подождем полное здоровье. Хотя все равно не поможет. Они что-то какие-то дикие. А сколько у меня отнимает... Что такое? Сколько у меня отнимает обычный, типа, этот разряд? По-моему, там больше у меня стоит энергии. Можно попробовать, типа, фигнуть. Если он не падает, то его можно добить. В принципе-то. Вот если он падает... Давайте здоровье подождем. Блин, это меня бесит. Это бесит. Что там? А! Сегодня, в общем, сидел, проект делал, значит... программку. Писал себе. А, для того, чтобы для группы как раз, да, чтобы удобно было. Очень долго ее не делал. В общем, были такие сложности с ней, потому что он не хочет один компонент соединяться с другим компонентом. Вот. И сегодня у меня получилось соединить. Да. Я такой, о, классно, отлично. Это все быстро так получилось. Я прям обрадовался. А потом все сломал. Очень долго ничего не получалось сделать. Делал. И ничего не получилось. В итоге я обиделся и сюда вот приехал. Теперь вот сижу. Немного грустновато так. Прям. Видите, вот. Что там по здоровью? Что-то он вообще не пополняется. Мне кажется, это... Зигфрид у меня вытягивает энергию, мне кажется. Да, это идут к нему, что ли? Я хз как-то проходить. А если я уйду, например? А что такое? Алкоголь. Блин, это ерунда.
Не, ну можно алкоголь и бахнуть, в принципе-то. Хотя... Чё это не даст-то? Можно алмазную пыль нахерачить еще на меч. Ну, в принципе, да. Давай так и сделаем, попробуем. Может, прокатит. Сохранили. Пошли. Спеть бубнить будет. Отстань. Да, а ты, блин, еще пришел. Ну ты че пришел? Гномов херачим огнем. Отлично. Так, теперь достаем меч. Блин, они очень больно бьют. Просто пиздец. Да ты еще... Отстань! Блин, да перепрыгни! Дебил! Бей! Отлично, вон того добиваем. Отлично, еще один готов. Так, это вот этим бить. Блин, они Зигфрида завалили. Все, это конец мне. Да блин, почему так сложно? А, их четверо все осталось. Нифига себе, что, серьезно? Может, получится что-то. Хотя они четверо меня заваливали. Кто-то сдох. Вот этого добить. Отлично. Ай-я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 й
Блин, они целые почти. Вот тут он слабенький вроде. Двое, всего двое. Блин, мне еще Евина, наверное, бить надо. Держись, блин, Геральт. Ты сильный. Отлично, один остался. Все, ему конец. Блин, только этого жалко. А, так он раненый просто. Фигня вообще. Херня вопрос. Возьму-ка и съем, пожалуй. Еду сейчас эту. Ух ты, нифига себе, мечок. Ну-ка, возьму с собой. Кажется, у меня начинается тридамский синдром. Это что? Что такое тридамский синдром? Ты встал? Что? Я ранен. Ты должен догнать Евина в канализации. Ой, иди в пизду, я чуть тут не сдох. Ладно, побежали. Может, мне... В смысле, заперто? А как я тебе побегу туда? Ты что, издеваешься? Что это? Боевой молот. Причем мелкое оружие. Это какая-то ошибка! А! Вон какой спуск в канализацию. Я думал, что не то. А там просто дыра в стене. Спуск в канализацию. Где этот мудак-то? Хрена ты, кошка. Какой кадр. Вечный огонь. А ты как здесь оказался? Нам нужно спешить. Ты тоже так умеешь прыгать? Что-то ты мне не раскрылся, я кое-что. Так, это что такое? Вечный огонь защитит нас. Не знаю, что дало мне, но может поможет. Блин, что это такое? Фу! Часть здоровья. Если будет херово, то я этим воспользуюсь. Но тут у меня пока огонек есть. Огонек. Давай-ка часок. Стой, подожди. Он далеко не убежит за час. О, догоним. А где Зигфрид?
Вот, все, побежали. За Яевином, террористом этим. Ага. Бля, как их много-то. Обалдеть. Просто толпы. Да добивай его, все, отлично. Как хорошо, что я сюда пошел там лечиться, да? 12 моих. Кстати, не богатенькие, смотрю-ка. А, нет, показался. А, богатенькие, да, богатенькие, окей. Отдай мне деньги, дай. Тварь. Не дает деньги, смотри, что. О, рубин, нифига себе. Да, они богатенькие. Смотри-ка, бедных поставили наверх, значит, как-то это несправедливо. Бля, и сколько там? Вы что, мне так будете долго со мной драться? Блин, бежит. Смотри-ка, еще один. Бей! Чё ты встал? Иногда я просто поражаю. Чё он стоит тут опять? Это все? Это Яевин был? Кажется, он сбежал. Но мы прогнали его из банка. Спасибо за помощь. Как я могу тебе помочь? В другой раз. Ты знаешь, где меня найти? Да, в другой, пожалуй, раз. Куда ты побежал-то? Не, ну блин, грабить банки какой-то такой себе. Неправильно поступай. Поэтому его убили. Что там по заданию-то? Блин, почему у меня на этой карте постоянно находится? Я же сюда... Где она? Я же сюда постоянно перематываю. Вход склеп оккультистов. Но мне не туда надо. Мне нужно какой-то решетки большой там что-то. Раз мы сюда пришли, почему нет? Где эта фигня-то? Замок и ключ. Нет. Во, вот это. Давай. Показать на карте. Во, отлично, пошли туда тогда. У, летучки. Летучки-мышки. Как то и бежать-то мне надо сейчас. Траекторию составить. Вправо, налево, потом вправо, налево. Куда он побежал? Его тут убьют сейчас. Отстань. Бесполезные создания, абсолютно. Ни на что не пригодные. Давайте пройти, что ли. Да уйди, что ли, дай мне спокойно пройти. Попал все равно. Ой, как они много, типа... В смысле, дверь открой. Ага. Сюда, что ли, где-то? Так, сейчас мне потом направо повернуть тут. Блин. Отстань, пожалуйста. Уйди. Фига, уклонение получилось. Так, куда там? Направо сейчас. Беготня по канализации. Ну, что бы еще делать-то? Так. Потом сейчас налево, налево. Ага. Налево. И там налево, около решетки. Ну, откройся. Ну, блин, ну серьезно, что такое? В чем проблема ваша? Тихо. Заглох. Дай мне пройти. Да не подходи ко мне. Мне надо уйти отсюда. Сдохни. Все. Открой дверь. Отлично. Во. Добрался. Саламандры.
Ну, сука. Блять, они меня заметили. Успел сохраниться. Хорошо. Тихо. Сейчас соберу всех в толпу. Как херак, но огоньком. Эй, бей его. Блин, как они больно бьют. Я тебя убью. Как я вовремя сохранился-то? Ай-яй-яй-яй. Очень больно бьют. Он один остался, что ли? Горил. Все? Я выжил. Нормально. Повезло. Как? Блин. Так, сюда, да? И что здесь я должен найти? Я не могу медитировать, когда огонь погас. Ой, надо его разжечь. Я не могу медитировать, когда огонь погас. В смысле, я разжег костер? Когда огонь погас. Надо его разжечь. Сейчас. Блин, как удачно зашел-то, вообще невозможно. Фух. Что я должен сделать? Выйти отсюда? Что там у меня по заданию-то? Нужно обыскать тело разбойника. Ну зашибись. Какое тело? Какое из тех тел, которые я под воду отправил, я должен обыскать? Больной на голову. О! Ох, хорошо. Нужно, надо сказать Юзе, что я убил Готрика. Пошли скажем. А Юз это тот чувак, который... Блин, обратно бежать. Который, по-моему, в бедном районе, да, работал? Вроде да. Ну и все, пошли-то. А здесь есть выход здесь, вот тут где-то. Ой, блин, ну серьезно, ну что за фигня? Что ты здесь делаешь? Отстань. Фига, он еще мне леща дал. Где-то здесь выход же? Вон там, да? Сейчас вот здесь должен встать. Что, серьезно? Никого не будет? Блять, отпись, пожалуйста, быстрей! Убежал от них. Бесполезно просто с ними драться вообще. Они очень слабые. Какого-то готику убил, не знаю, кто это такой вообще. Так, Юз был где-то... Налево, по-моему, туда куда-то. Где-то потом направо, что ли, там слева... проулки вроде так вот сюда и там да сюда именно он же в тюрьме находится. Тюрьма вот здесь. Темница не тюрьма. Да. Ну что надо? Я все сделал. Ты плохо Я уже 5 дней не спал, но чувствую себя просто отлично. Осторожней, можешь не выдержать. Не, это все равно, что утренняя зарядка, ведьмак. Какая? Наркота? Ну ты такой, ты я чувак, ты забываешь. Забавно. Ты рассказываешь стражнику, что только что убил человека. Шучу. Вообще, ты отлично справился.
Я да. Счастлив. Деньги давай. Счастлив. Теперь бери свои деньги и исчезни. Давай. Исчезнуть? А может, лучше ты исчезнешь? Я не понял. Если будешь и дальше торговать фисштехом, я сделаю так, чтобы ты исчез, и чтобы никто никогда тебя не нашел. Ладно, ладно, не стоит беспокоиться. Я все-таки страж порядка. Пока, Юс. И помни, что я тебе сказал. Все, обделался. 200 орионов, отлично. Так, что у нас по заданиям теперь? Я что-то выполнил еще. Оба документа у меня. О, к Лавераду пошли. Мы как раз, может быть, сдадим это задание и все. Отлично. Как я удачно-то сегодня сделал. Все. А, хотя нет, у меня еще время даже есть. 4 минуты, и там еще... Даже больше можем сделать, наверное. Но больше не получится. Что такое? Чего вы бегаете? Так, мне надо вспомнить, как туда пройти. Мне надо вниз спуститься, по-моему, да? Опа, это кто? Стоять, стоять, стоять! Я должен с тобой поговорить! Фига я удачно. Где она? Куда он... В смысле, так быстро легла спать? Так, Трис, что за херта? Это как? Она что, зашла? Трис, блин. Музыка прям подходит. Где она? Блин, у нее за дом-то вообще? Куда она могла деться? Ладно. Забыли. Так, а это где-то вот здесь, да. Бар там тут у него. Отстань. Ну блин, ну серьезно, ты нали, пожалуйста. Ну что ты ко мне пристала? Я просто бежал мимо. Ой, блядь, больно. А, нет, ненормально, нормально. Что-то она вообще какая-то неубиваемая нахер. Кимра. По городу бегают кикиморы. Страшно было жить в те времена. Ты чё? Принесла не легко. Где этот ваш лауреат, спутница? Таинственный аристократ. Таинственный. А вот не таинственный. Иди сюда. Да? И все, на. Я те бумаги, которые ищешь. Прекрасно. Отнеси их нашим шифровальщикам. И возвращайся завтра. Мы попробуем сделать наш следующий шаг. А сам ты не можешь отнести? Я что, типа почтальон, что ли? Отнеси туда, отнеси сюда. Ну ж, блин, какой. Отличная идея. Бесит меня. Твоя мамаша сосет. Ой. Твоя ни у кого. Так, куда бы... Мануфактура, дом королевы ночи. Что? Куда мне надо? А, актрис. Сюда. Ну попробуем, может она дома появилась опять.
Ну только когда она исчезает, это прям вообще ужас. Ну-ка, блин, вставай. Во! Появилась. Она здесь переодевалась, что ли? Да. Помнишь, мы говорили так о моей личности? Конечно. Помнишь? Есть успехи? Я решил помочь Зигфриду и Ордену Пылающей Розы. Интересно, Геральт из прошлого поступил бы так же? Интересно. С какой стати тебе помогать Ордену? Что тобой руководили? Ну, там преступники были. Ну, вот это вот я они там, понимаю, типа, вообще хероту творили. Из двух зол я выбираю Орден. Вот он, твой здравый смысл. Ты всегда терпеть не мог идиотов и истериков, отправляющих юных парней и девушек на верную смерть. Меня совсем не удивляет, что ты выбрал Орден. Я действительно был настолько здравомыслящим? К сожалению, да. Хотя, надо признать, принимая многие важные решения, ты следовал своему сердцу. Все эти копания в моей душе ничем мне не помогли. Терпение. Мы на верном пути. Надеюсь. Куда спать улеглась? Иди сюда, если поудальнее. Чуть-чуть было. Геральт. Кровать исчезать начала. По поводу Альвина. Альвин в безопасности? Да. Лютик привел его ко мне и рассказал, что ты сделал. Я тобой горжусь. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Шане все ясно? Ага. Нет? Пойди и скажи этой рыжей стерве, что мальчик останется у меня. Покончи с этим раз и навсегда. Попробую, хотя предпочел бы встретиться с отрядом Саламандры. Геральт. Что ты какая? Пока ладно. Злайкай. Альвин останется у Трис. Ладно, давайте на этом закончим, наверное. Сейчас. Потому что много чего сделали, все-таки удивительно даже, как я вспомнил, что надо делать здесь. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и заглядываем в группу, там скриншоты, обзоры и саундтреки из игр, да. Я возобновляю все это. Только постепенно, наверное, все-таки придется делать. Вот. Всем спасибо и всем пока. We'll be right back.